Всем привет! Сегодня подобрал для вас 10 самых крутых полезных товаров с сайта AliExpress. И давайте наберем под этим видео 4000 лайков. Поехали! Робот-пылесос. Это девайс в форме плоского диска, который ездит по вашему дому и одновременно пылесосит. Работает довольно тихо и не мешает смотреть телевизор, пока идет уборка вашего жилища. Автоматический пылесос запоминает периметр вашего дома, легко обходит препятствия и ничего не пропускает. Есть много датчиков, которые беспрепятственно помогают ему выполнять свою работу. А это необычная копилка в виде коробочки, в которой сидит кот. Он неравнодушен к вашим сбережениям. Принцип работы копилки настолько прост, насколько и занимателен. Как только вы кладете монетку, кошечка с безобидным личиком высовывает лапу и забирает вашу монетку. Станет отличным подарком своим друзьям или близким. А это удивительные часы, работающие на воде. Заполните их водой, и они сразу же включатся. Удивительно то, что они будут работать месяцами, не нуждаясь в перезаливе. Часы полностью герметичны и не пропускают воду. Довольно интересная вещь, если вы устали от надоедливой рутины. Маленький вентилятор на прищепке работает на солнечной батарее и позволяет прикрепить себя на козырек кепки или шляпы. Теперь всегда на солнышке ваше лицо будет обдувать свежий ветерок от вентилятора. Благодаря прищепке можно прикрепить чему угодно. Очень забавная штука и не требует батареи. Маска коня – это маска в виде головы коня. Одна из самых популярных масок в мире. Ее обычно используют не только чтобы повеселить друзей на вечеринке или чтобы удивить окружающих. На самом деле с такой маской получаются довольно интересные фотки и видео. Как и многие странные вещи, маска головы лошади впервые появилась в Японии, далее в США и Европе, ну а затем стала популярна во многих странах, включая Россию. Конечно же, вся популярность благодаря интернету. В лошадиной маске используется довольно качественный материал, и от коня вас будет сложно отличить. Лампочка, колбачок на ниппель колеса вашего транспортного средства. Этот светлячок загорается во время движения колеса и гаснет при остановке. С помощью данной насадки на ниппель вы сможете сделать красочным свой велосипед, мотоцикл или автомобиль. Установите светодиодный колпачок на ниппель, и он начнет светиться при движении колес, даже при медленной скорости. Основные цвета — это синий, красный, желтый, зеленый, хотя есть все цвета радуги, включая розовый. Подушка Страус – это абсолютно новое приспособление, созданное с одной целью – обеспечить возможность поспать в любое время и в любом месте. Уникальная конструкция подушки создает микросреду, в которой вы почувствуете себя уютно и комфортно. Подушка Страус предоставит вам небольшое личное пространство на парах в универе, в общественном транспорте, самолете и буквально везде, где вы сможете отдохнуть и расслабиться. Мягкий и нежный на ощупь материал изолирует голову и руки во время короткого перерыва, без необходимости покидать свое рабочее место. Забавная гусеница с инфракрасным пультом управления. Каждый участок тельца гусеницы двигается. Это делает ее передвижение реалистичным. Игрушка движется прямо и умеет разворачиваться в зависимости от команд, посылаемых пультом. Очень веселая, интересная и интерактивная игрушка в плане подражания насекомым. С таким червяком на пульте можно неплохо подшутить, напугав окружающих. Подставка под вино в виде парящей в воздухе цепи или веревки украсит любой интерьер. Со стороны это кажется очень странным, вроде обычная веревка или настоящая стальная цепь держит бутылку вина только со стороны горлышка. С такой подставкой можно удивлять своих друзей. Это универсальная яйцедавка, с помощью которой можно очень аккуратно разбить сырое яйцо, очистить уже сваренные яйца от скорлупы одним движением руки и качественно отделить желток от белка. При этом ваши руки останутся совершенно чистыми, а каждое из этих занятий занимает очень мало времени. Каждая хозяйка знает, как сложно разбить яйцо, чтобы не раскрошить скорлупу и не забрызгать частичками яйца все вокруг. Такой гаджет должен быть в каждом доме. На этом я заканчиваю. Если тебе понравилось это видео, обязательно ставь лайк и подписывайся на мою группу ВКонтакте, ведь там проходит конкурс на iPhone 6. На этом все, всем удачи и пока.